Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube канала, Дзен канала, Рутуб канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Дзен канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика я хотел бы вам, как обычно, рассказать, что в моей группе ВКонтакте замечательный проходит вот такой вот конкурс. Вот 7 минут назад запустил буквально. С прошлого конкурса довольно-таки много прошло, но я, в принципе, рассказывал, почему его нет. В общем-то, ссылочка на мою группу ВКонтакте есть в описании под этим роликом. Обязательно на нее подписывайтесь и никогда в жизни не отписывайтесь, потому что у нас... Конкурсы, они 99%, что на постоянной основе проходят. То есть всегда у нас висит в закрепе какой-то конкурс. То есть самая первая запись у нас конкурс по дефолту обычно. В общем-то, залетайте, участвуйте. Народу участвует довольно-таки мало. Шансы поэтому выиграть очень большие. Всем я желаю удачи и желаю приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на свою покупочку с Wildberries. А именно, заказывал я разделочную доску, чтобы на ней разделывать трупы людей. Ладно, шутка. Чтобы на ней разделывать... продукты, неважно, там, овощи, фрукты, мясо, колбасу резать. Ну, короче, вы поняли. Для кухни. Ну, можно кого-то, в принципе, и заебашить этой доской. Она, в принципе, такая, блядь, хорошая, прям крепкая, плотная. В общем-то, брал я ее по какой причине? Две доски есть на хате, да, на кухне. Их покупали родители, это было давно. Суть не в этом. Я, в принципе, ими пользовался, но давно хотел свою, поскольку они на тех досках разделывают абсолютно все, что угодно. То есть, разделывали абсолютно любые продукты, будь то это сыр, масло, еще там чего-нибудь и так далее. Я такие продукты вообще ненавижу, не люблю, поэтому на доске, понятное дело, ну мне просто, даже если ее помоют, а моют еще, отдельный сейчас будет разговор, даже если ее моют, как-то потом после этого, вот я прям реально ненавижу сыры, вот это все, сливочное, вот это все, дрянь прям, мерзко. Так вот, и после этого что-то резать для себя, это уже неприятно. Поэтому я решил взять лично для себя доску. Вторая причина, моют доску или вообще не моют, она бывает остается. Мне это не нравится, я доску сразу мою и сразу там на полочку, допустим. Так вот, моют ее губкой, именно родители мои. Губка, понятное дело, опять же с химией, с фейри там, ну короче, вы знаете эту тему. Я в курсе о том, что если мыть там в тарелке посуду фэри, вся это же химия, по сути дела, фэри. И эта вся химия, она остается. То есть получается, что доска моется, да, допустим. У меня вот уже своя там тарелочка, своя чашечка. То есть за мной, получается, никто там фэри не моет. И вот на этот раз я тоже решил приобрести уже досочку. То есть это вторая причина, по которой я свою личную доску захотел. Потому что я ее там не мою, тряпкой и так далее не тру. Я просто ее водичкой помыл и, в принципе, положил. Вот так это и работает. А фэри, как я сказал, остается вся эта химия и потом попадает куда? Правильно, вы уже ответили на этот вопрос. К вам в желудок, в живот, чем вы там едите, я не в курсе. Лично я... кушаю через рот, а попадает все в желудок,
Ну что там, пищеварение, ну поняли, короче. Не глупы. Собственно, причины озвучил. Это я заранее говорю. Может, кто-то будет писать. Поэтому сразу ответил на этот вопрос. На досочку также оставлю ссылочку в описании. Покупал на Wildberries. Стоит эта доска, где-то мне она обошлась, то ли 150 рублей, то ли 200 рублей. Чё-то такой диапазон, не особо дорого. Зато доска такая, блядь, хорошая, сука. Хорошая, блядь, доска. Прям, блядь, а? Так, ну, давайте, в принципе, скрывать. Доска пришла вроде как на следующий день или через 2 дня. Довольно-таки все это дело быстро. Москва, если что, в Москву. Так. Тут есть некоторые надписи. Сейчас будем читать, в принципе. Вот так покажу. Доска разделочная, универсальная. Прочная и долговечная. Высокие гигиенические показатели. Можно использовать с обеих сторон. Применяется для резки и разделки продуктов. Нож не затупляется при использовании. Можно применять в качестве подноса или подставки для блюд. Правила по уходу за разделочными досками. После каждого применения допускается только ручное мытье. Не рекомендуется загружать посудомоечную машину. Не оставляйте разделочную доску отмокать в воде. Мойте ее только проточной водой до или после остальной посуды. Че, блять, проточной водой? Це шо? Проточная вода. Блять, на английском языке он переводит. Чего, блядь? Водопроводная. А, водопроводная вода. Это вода, подаваемая через кран. А, мыть ее как раз-таки водопроводной водой. Окей. Для дезинфекции раз в месяц протирайте доску разведенным уксусом или лимонным соком. Дезинфекция в плане что? Если ты, блядь, что там, режешь людей или что? В чем прикол? Зачем мыть доску каким-нибудь уксусом? Это типа, чтобы запах вкус не оставался в этом плане. Чтобы вернуть свежесть доске после разделывания рыбы. Рыбу я как раз-таки не разделываю. Тоже не особо люблю. Очень редко ем мясо. Натрите ее половинкой лимона, оставьте на несколько минут, а после промойте водой с использованием моющего средства. Рекомендуется использовать минимум 4 доски на вашей кухне. Для рыбы, для хлеба... Да-да-да, и, кстати, вот эту тему я тоже давно уже слышал. То есть у вас должны быть отдельные доски под различные продукты, фрукты и так далее. Для рыбы, рыбу я не ем. Для хлебных изделий, то есть для хлеба. Да, хлеб я режу, как раз бургер делаю. Для сырого мяса и птицы это я не режу. Ну да, сосиски я в принципе не режу. Для всех остальных продуктов. Овощи, сыр. Ну, у меня хлебные изделия и в принципе овощи. Все. Колбасные изделия бывают, колбаса. Ну, короче, мне этой доски будет хватать. Мне не надо... Вот как раз у нас такая проблема была, что мы на одной доске, у нас 2 доски, и на той, и на другой, и резали все подряд просто. Поэтому я, собственно, причину уже озвучил, почему взял себе доску. Для сырых продуктов и мяса лучше применять безопасный и легкий в уходе пластик. Для термически обработанных продуктов дерево. Не, пластик херня. Особенно для мужчин. Ну, я по поводу этой темы не знаю. Я знаю только то, что пластиковые бутылки, если мужчина пьет, в пластиковой бутылке содержится женский гормон. Это я только не знаю. А вот по поводу пластика, я как раз пластиковый не брал. Я взял, деревянную доску. Собственно, по этой причине, что я не одобряю пластик вообще. Так. Сейчас я вам скажу, что за... Доброе утро. Так, продолжаем. Задолбали уже звонить, задолбали. Так, сейчас я вам скажу, что за доска. Ой, материал изделия. Береза. Из березы досочка. Так, что еще? А, цвет бежевый. Вот все, что я хотел сказать. В принципе, все. Что еще тут интересного есть? Доска разделочная 32 на 20 на 1. И 2 сантиметра.
Бля. Это, короче, вот тут вот написано. Я ничего не понял. Видно вам, не видно, хер. Так, что еще? Адрес производства — Ленинградская область, Волховский район. Исаева. Ну и в принципе все. Давайте открывать. Открывается довольно-таки просто. О, нифига себе. А вот одна упаковочка, да? Откладывается в сторону. И сама доска, она запакована. Вот это респект людям, которые ее делали. Доляна, судя по всему, это их этот бренд или компания, не знаю. Или подожди, или они закупают доски у Доляны, или это завод. А, блядь, тут походу они закупают где-то, а на Wildberries потом продают. Ну, уже другая компания, какой-то другой бренд. Походу так это работает. Либо как, я не знаю. Ну, доска вроде нормально. Давайте открывать, смотреть. Чё за доска вообще? На, блядь, просто пошел. Так, буду тогда мусор сюда складывать. Сразу. За упаковку респект, сразу говорю. Ух ты, ёпта. Так, все сюда. Готово. Так. Березочка, блять, а? Я вот так вот. Бля, на гвоздь можно прибить куда-то. Серьезно. Она у меня в шкафу будет стоять. Дело перед тем, как использовать, лучше промывать. Бля, ну классная доска. Блять, а? Сука, хочется прям уебать кого-то ей. Ну чё, сказать по ней в принципе нечего. Блять, а? Хорошая. Бля, мне нравится. Чувствую себя взрослым, нахуй. Со своей доской разделочной. В общем-то, вроде нормальная доска. Не знаю, по оценке чё ставить. Ну, в плане оценку вообще надо, нет. Вроде доска, блять, как доска. В принципе, давайте заканчивать. Вроде выглядит классно. Никаких проблем. На этом, в принципе, все. А, блядь, она же получается чё? Она же где-то там была на заводе, наверное, да? Ее надо дезинфицировать изначально лучше чем-то, правильно? Чтобы пользоваться ей нормально. Мало ли там какие-нибудь микробы залезли. Это хуй знает, правильно? Что нужно? Чем тут обрабатывать, сказали? Свежесть, половинка лимона. Уксусом или лимонным соком. В принципе, на ней есть вроде яблочный уксус. Не знаю, подойдет он, нет. Обычно, да. Все, на этом мы заканчиваем. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. На этом все. Всем удачи, всем пока. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.